пещера или грот нижнего уровня храма Благовещения, где по преданию ангел сообщил Деве Марии благую весть. Буква Х, первая буква слова, это все там. И вы видите палочку и петлю наверху. Это Р, то есть Иисус Христос. А теперь посмотрите в левое поле, там вы видите первую букву греческого алфавита, альфа. Посмотрите в правое поле, там вы видите последнюю букву греческого алфавита, омега. Помните греческое слово? Теперь отлучусь немного от русскоязычной экскурсии фирмы «Атлантис», чтобы успеть посмотреть мозаичные картины внутреннего двора храма Благовещения. Рассматривая подарочные мозаичные картины разных стран, не покидали меня смутные ощущения, что я представитель одной шестой части света, чего-то не могу найти, какой-то страны не хватает. Может, Беларуси или Украины? Да нет, есть мозаики Беларуси и Незалежной. Или, может быть, Эфиопии? Тоже вроде есть. А в голове роились смутные предположения невозможного. Но Дмитрий Анатольевич развеял все мои сомнения. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем. Вы держите здесь. Oh.